Смотрите, как тут красиво. Да, у нас тут реклама английского завтрака. Это, кстати, то, что я хочу попробовать уже очень давно, как только приехала в Англию. Кстати, смотри, тут вам есть каша, овсянка, сыр. Прикинь. Так, ладно. Да, тут такой корнер. Мы никогда здесь не были, я ткнула пальцем. Пицца Экспресс. Ну, всякие вкусняшки. Видите, тут разные кафе. На втором этаже кафе. И где-то там, где выход, есть детская площадка. Ага, вот смотри, там тоже саженцы вот в этих трубах. Вот open. Ой, как тут классно, слушайте. И вот там вот озеро, видите, озеро. А вот и детская площадка. Так, на ней снимать нельзя, поэтому близко не подходим. Там багато рыбаків я бачила там. Вздовж моря йдеш дуже багато. Там вот на кораблі 35-50 фунтів за, якби, за 8 годин рибалки, все, що піймав, все твоє. Вони навіть вудочки дають. У мене то своє, то що я часто їздить. А так вони навіть вудочки дають, все дають. Па-па, дуже раді вас бачити. Я українці, бачите, зустріли тут на майданчику. Зараз підемо, подивимося, що тут росте. Коротше, в них батьки з Ізюма, вони з Харкова, батьки з Ізюма. Повністю розгромили будинок в Ізюмі, нічого не залишилося. Була велика машина, град прилетів, машину закинула на дах. Уявляєте собі? І приїхала сюди в Англію, бо просто, ну, не жити. От такий руський мір прийшов. Короче, дождь пошел. Все разбежались. Одни мы остались. Самые стойкие. Площадка тут, кстати, очень классная. Так, теперь пройдемся вокруг озера. На площадке побывали. Посмотрим, что там. Видите, на этой плантации сколько? 5 деревьев, в смысле 5 сосен. 4 из которых мертвы. Интересно, почему мертвы? Вот, видите, засохли совсем.
Красивый водопад прям. Так это же беговая дорожка. Ты чувствуешь? Это мягкое покрытие специально для бега. Как здорово. Вот тут бы я бегала. Как на Ивана Купала. Что-то мы немножко потерялись. Пошли не туда. Ну, вроде то сюда, уже туда. Такая дорожка, как на даче. Да, вот они очень любят такой вот трассы. Вроде в городе ты, а у тебя тут countryside. То есть, ну, деревня, знаешь. И... с такими вот лужами, с такой грязючкой, отсутствием асфальта. На это очень приятно смотреть. Ну, мне, по крайней мере, прям очень нравится. Очень похоже, кстати, вот так вот речка, очень похоже на украинское лето. Прям не вижу никакой разницы. Единственное, что погода ощущается, что совсем не лето. Вот это настоящая река? Даже не знаю. Глянь, какое потемнело небо. Вода потемнела. Да. Я дождь. Тихо. Тихо, спокойно. Спокойно. Главное, не раздавите. Ой. Вот она, говняшка. Так постоянно. Вот развлечение в селе. Палка и лужа. Да, Артём? Классно? Да. Мы можем там что-нибудь найти. Чё? Крокодилов? Жаб можно найти. Наверное, холодно еще для жаб. Боже мой, тут так тихо. Так хорошо. Ветер прекратился. Хоть на несколько минут, хоть на несколько секунд. Как хорошо здесь, боже мой, вообще душа отдыхает. Впереди березы. Ой, какая прелесть. Ой, я просто балдею, ребята. Вот здесь по грязи, в светлом. Классно, такое место мы нашли. Просто, как говорится, ткнули пальцем на карту. Какая красота. Птицы поют.
so I apologize for taking all this time, but I got to tell you. Now get up, pretend I don't love you like I do. Ладно, мы садимся в машину и едем домой. Так, у нас сегодня новинка. Веники с вишнями. Мы вошли в польском магазине. Случайно. Ну как? Гадости. Они никогда не ели вареники, дети? Гадости. Вкусно? Да? Так, Аня, давай ты пробуй. 50 на 50. Что? Хорошо. Вкусно? Что ты как-то странно на меня смотришь? Что, есть не будешь? Не, гадость едкая. Что, серьезно? Серьезно? Так, прячусь, а то из каждого утюга какие-нибудь звуки. Так, решила протестировать вместе с вами. А то дети никогда вареников-то и не ели. А я-то ела. Я знаю, какими они должны быть. По-польски они что-то типа пироги читается. Пироги, я не знаю, если честно. Ну, для нас-то вареники. Вишни. Дети сказали, что вишня очень кислая. Выглядит, кстати, очень классно, смотрите. Красная начинка потрясающая. И пахнет вкусно. Ну, мне нравится. Это не кисло. Чего им кисло? Аня сказала, что тесто жесткое. Ну, может, это не равиоли. Да нормальное тесто, как в пельменях. Мне нравится. Класс. Может, надо было их поварить больше. Хотя я по инструкции делала, как написано. Так. Вишня. Потрясающе. Сейчас пойду за ними все доем. Вкусно. А этот вареник с творогом. Сейчас будем пробовать. Так, вот он, красавчик. Что-то вспомнила Гоголя. Боже мой. А здесь творожок сладкий. Сметана такая кисленькая, не сладкая. Ребята, в общем, лепите вареники. Поляки мои, дзинкую вам. Дякую, спасибо за такую вкуснятину. Кстати, в Украине сейчас, там, где... Господи. Те, у кого разбомбили дома, и те, кто спасается от русского мира, им как раз вареники и лепят волонтеры. Молодцы, ребята.